Сомнений точно не было, и уверенность в том, что мероприятие очень нужно городу, и Санкт-Петербургу нужны талантливые управленцы, им надо дать дорогу, это стало самым главным толчком для того, чтобы, возможно, где-то рисковать репутацией, потому что, конечно, есть желающие всячески и там позвонить, и спросить, да, про то, как идет конкурс, но поскольку моя репутация действительно безупречна, я обеспечил вместе с членами наблюдательного совета как раз-таки прозрачность всех процедур конкурсных, принимая личное участие, и мы рассматривали несколько жалоб. Никто из тех, кто не прошел, не считает, что было нечестно, несправедливо, его засудили, ему не дали возможности, как-то кому-то отнеслись более лояльно. Вот это самая главная задача, которую мы, как наблюдательный совет, на себя возлагали, и, к счастью, все так и получилось. Те, кто сегодня в финале, безусловно, полны идей, и точно знаю, что даже вот из этих 250, если 249 человек в сотню или тем более в тридцатку они не войдут, это не сломит их характеры, они объединились, познакомились, и думаю, что мы получим очень хороший проект, даже если эти люди не появятся среди чиновников и управленцев города.